Всем привет, с вами Серега, и сегодня мы будем делать нож. Миниатюрный нож. Вот выглядит он вот так вот. И за основу макета я брал вот такой вот столовый нож. То есть вот они вот так вот выглядят. Ну что ж, приступим. Для этого нам потребуется небольшая стальная пластинка. Еще нам потребуется брусок любого дерева. И первым делом на стальной пластине мы нарисуем наш будущий нож. Вот, ну что-то примерно вот такое вот у нас получилось. Так, теперь необходимо нам будет это выпилить и обточить напильником и наждачкой. И дальше мы уже займемся изготовлением самой рукоятки. Получилась у нас вот такая вот небольшая заготовочка. Теперь ее нам необходимо обработать напильником, чтобы придать ей более приемлемый вид. Вот, получилась вот такая вот штука. Ну, уже, в принципе, более-менее похоже на наш нож. Возьмем деревянный брусок и отмерим необходимую длину, которая понадобится для нашей рукоятки. Получился вот такой вот небольшой прямоугольничек, и теперь нам его уже необходимо обработать напильником и наждачкой, чтобы придать ему необходимую форму. И уже с помощью мелкой наждачки мы доведем это все до ума. Вот такой вот у нас получился небольшой ножичек. Теперь осталось только сделать здесь небольшие заклепки и покрыть все это лаком. Для изготовления самих заклепок нам потребуется вот такая вот толстая палка. Ну, то есть нам необходимо ее будет отпилить на вот такие вот маленькие кусочки. И уже вот сюда вот мы ее вклеим. Ну вот, сделал что-то по типу заклепок и покрыл все это лаком. Такой вот у нас получился ножик. Ну вот, собственно, и все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Серега. До скорого. Всем пока.